Алматинцы будут платить за тепло по разным тарифам. Таково решение судьи Алматинского городского суда Сиитовой. Общество защиты прав потребителей «Норд-Вест» подало в суд с требованием уравнять тариф за теплоэнергию для всех потребителей южной столицы, получающих тепло от алматинских тепловых сетей. Монополист ввел повышенный тариф для тех алматинцев, у которых не установлены счетчики тепла. Мы нашли, что это решение, что этот приказ незаконный. Почему незаконный? Потому что он входит в противоречие с законом. Он создает дискриминирующий тариф, а согласно 387 статьи Гражданского кодекса, мы все являемся потребителями и публичным договором связаны с монополистом. Да? Так вот, при публичном договоре цены на услуги и товары должны быть для всех одинаковые. Это уже трактуется однозначно. В Обществе защиты прав потребителей называют повышенный тариф для тех, у кого нет счетчиков, дискриминационным и незаконным. Они сказали нам, что этот приказ должен стимулировать установку учета со стороны потребителей. Однако, согласно законодательству Республики Казахстан, статьи 7, пункта 9 Закона о естественных монополиях, именно монополист обязан устанавливать. А в постановлении правительства 18.22, это правило предоставления коммунальных услуг, там четко сказано, что только монополист устанавливает за свой счет или за счет заемных средств и вводит этот в тариф. А Ойзовский городской суд общественники выиграли. По их подсчетам, монополист должен был вернуть алматинцам, не имеющим приборов учета, порядка 10 миллиардов тенге. Антимонопольщики в ответ подали апелляционную жалобу, требуя отменить решение Ойзовского суда. В итоге судья Сиитова встала на сторону Департамента по регулированию естественных монополий по городу Алматы и отменила это решение. Активисты не согласны с таким решением судьи Сиитовой и намерены судиться дальше вплоть до Верховного суда. Тем более, что республиканские антимонопольщики встали на их сторону. Это тот случай, когда мы вот твердо уверены, и законы на нашей стороне. Более того, даже мы не ожидали, конечно, что республиканский арен, да, он пошел дальше, чем мы просили. Он теперь за счет средств субъекта естественных монополий, за его счет, обяжет устанавливать их, эти счетчики, и обслуживать возьмет к себе на баланс, то есть сразу людям большое это. За это им, конечно, большое спасибо.